Стихотворение называется «Постфактум». Это стихотворение посвящается моей любимой, дорогой жене. Но не только. И еще одной, тоже мною любимой женщине, очень любимой женщине. Ее зовут Нина Ивановна. Попала. Мы спели вчера развеселую песню. Народ из команды сплясал интересно. И даже в 4 минуты успели. Но как-то сейчас я жалею, что спели. Жена мне сказала: ну как же ты мог? Твой этот куяльник похож на... И все педагоги в команде отцов меня осудили за тот набор слов. Как объяснить им хотя бы теперь, что воблер — нормальное слово, не зверь, а снасть рыболовная — щуку ловить, и мыслей других я не мог допустить. И как объяснить, что курвиметр — прибор, которым по карте ведут и обзор, подсчет протяженности рек и дорог, с прибором таким рассчитать каждый псмог. Куяльник — причина последних страстей и гнева конкретного всех матерей. Является местом курортным в Одессе, но есть и другие значения, но интереснее. Куяльник — запчасть у больших тракторов. Куяльник — инструмент у докторов. Куяльник — то место, где лодки в реке привязаны к сходу невдалеке. Скажите мне, где в этом слове плохое? И то, что подумали вы про другое, мне непонятно. Никто, кроме вас, так не решил ни тогда, ни сейчас.